Ранние проблемы со здоровьем увеличивают риск преждевременной смерти, особенно когда дело касается состояния сердца, легких, мышц и других органов. Как оценить возможные риски? Доктор ответит на все ваши вопросы. 2 июня в студии главный врач областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. Программа «Звоните доктору». 2 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».